прекрасных девушек, мужчин, сердца, мы можем по традиции перебить, на которые обычно принято петь на Руси, все вместе. Это великое качество нашей с вами жизни, потому что именно в России поют чаще всего песни вместе, то есть всем народам. И у меня есть несколько таких песен. И к числу, конечно, относится песня Александра Пахмутова на стихи Николая Гурарара, которую, я думаю, сейчас мы споем вместе, потому что в зале очень много женщин. И женщины, как жены мироносцы, женщины-носители такой нравственной, теплой, теплого чувства, всегда помогают во всем, и нашим мужчинам также. Поэтому я не Thank you.
Святых тоже молиться обо мне, и пел я молитву.